На конкурс дети читают стихи. Днепровская Дарья, 8 лет, Борис Захадер, «Перемена». Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивая с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не смог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он смотри, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу тел. Он поставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шляпнулся с перил, подзатыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем.